Компания более чем с 20-летним опытом в промышленном, коммерческом и частном строительстве. За это время стройсфера сформировала авторский подход к созданию комфортного и надежного жилья, чтобы возвести дом на века. И это не просто дом под ключ. Для застройщика важно не только высокое качество, но и особая эстетика объектов. Примеры тому – гостиничные комплексы в Твери и Конаково Ривер Клаб, а также десятки таунхаусов и частных домов. Основная задача компании – это все-таки получить удовольствие от работы. Клиент в любом случае всегда хочет получить результат. Результат положительный. То есть он должен получить положительную эмоцию. Так вот, если строитель на стадии строительства непосредственно сам получает эти положительные эмоции, значит, заказчик 100% будет доволен. Всегда мне было важно выдать продукт, который не будет похож на массовые застройки. То есть это хороший концептуальный проект. Разработка и планировка территории и так далее и тому подобное. Принести в объект какое-то совершенство. Не обыденность и серость, а чтобы действительно людям было приятно жить в этом доме. Не только где внутри согревают стены, но чтобы и снаружи их дом он выглядел качественно, красиво, внешне. Поэтому команда «Стройсферы» с удовольствием берется за дом от и до, начиная от подбора участка, заканчивая дизайном интерьера и ландшафтом. Планируя построить для себя дом, многие пытаются сэкономить и нанимают разные бригады для определенных работ. В итоге, как правило, такой подход только увеличивает смету и отнимает нервы у заказчика. Обращаясь к одному подрядчику, можно действительно не сомневаться в полной ответственности за весь комплекс работ. И довольные клиенты «Стройсферы» подтверждают это, делясь своим приятным опытом. Комплексный подход и проект, и все виды работ, включая отделочные работы, строительство пирса, бани, взяла на себя компания. Будет уже дом с хорошей отделкой, да, куда мы просто зайдем, принесем свои чемоданы с вещами. Уже там будет стоять мебель, ту, которую тоже мы с ними, да, распланировали. Когда согласовываются с коммуникацией, да, важно, где стоит мебель, где какие розетки и так далее. Поэтому вот, ну, они комплексно подошли к этому вопросу. Так скажем, возникает ситуация, с которой часто приходится сталкиваться с заказчиком, то, что одни люди пришли, построили фундамент, каменщики возвели стены, но их не удовлетворило качество этого фундамента. Пришли кровельщики, и их не устраивает качество стен. Так вот здесь спихнуть на кого-либо ответственность будет достаточно сложно, потому что одна организация выполняет все эти работы и, соответственно, несет гарантии и все юридические обязательства. А единственной, если можно так сказать, работой для будущих новоселов остается процесс формирования и согласования проекта дома. И с этим в стройсфере помогает команда архитекторов и проектировщиков, которые индивидуально подбираются под каждого клиента. Нужно всегда понимать, кто именно по своему характеру, по своему мышлению подойдет для того или иного заказчика. Кто-то любит простые вещи, да, так скажем, минимализм, кто-то любит классику. Как только согласовался архитектурный проект, соответственно, начинается проектирование, где очень важно учесть количество комнат, количество санузлов. Дальше к работе приступает группа проектировщиков. Здесь подключаются и инженерные сети. Соответственно, необходимо грамотно совместить в одном едином проекте всю слаботочку, сантехническую разводку, электрокоммуникации. Мы заказали проект, какой будет дом у нас, дизайн ландшафтный будет. Нас эти все чертежи устроили, мы там немножечко там пересогласовали, что мы хотели. Сейчас вот практически за один год они построили то, что вы видите. Вот уже начинаются у нас ландшафтные работы. Даже елочка уже стоит зелененькая, что мы Новый год будем здесь отмечать. Строительная компания «Стройсфера» «Стройсфера» готова возвести дом мечты в любом месте Тверского региона. А для тех, кто еще не определился с участком для строительства, подрядчик готов предложить варианты в живописном месте деревни Подубье на берегу Волги, всего в 30 минутах езды от Твери.